Поехали. Всех детишек наебали. Так, а у меня ТикТок-сцена работает? Сейчас посмотрим. Я здесь какой-то сплюснутый, да? Да похуй. Здорово. Смазливая ебло как раз для потребителя. Мое ебало, скажем, прямо на любителя. Здорово. О, пошел. Да, прикольно было. А чё, почему кринж ТикТок? Я не понимаю, чё здесь кринжово? А что кринжово? Я не понимаю реально. Ну реально охуен танцы. А мне вообще нравятся вот эти дрилл-танцы, они реально круто выглядят, вообще прям бомба. Чё кринж, ну ладно. Мужики, не ебите бабам мозг, лучше ебите куда надо. Бля, в цвет сказала вообще малыха. Бля, малышка в цвет сказала вообще, в принципе, да. Однажды у меня просто щелкнуло вот так. Хуяк! Я такой, сука, это такая идиотская фраза, вот это, она разлетелась по ТикТоку, где Алишер в, ну, фильм, который вот про него снимали, этот ТНТ, и он там такой, вот, однажды я понял, вот, послушайте просто фразу, ее там везде, короче, фортили, типа, бля, гениально. Это щелкнуло вот так, хуяк, и я такой, все, пизду, моя жизнь, я что делаю, что хочу, то и буду делать. Просто, блядь, и все такие, бля, точно, вот как надо было, типа, я такой, а что здесь, ну, типа... Один момент я понял, что когда захочу поесть, тогда и поем. Ну, блядь, ну, типа, нет? Нравится? Не, бля, глубоко. Заебись. Не нравится? Похую мне. Бля. О, мне. Бля, пиздец, да? Просто, блядь. Я нежна, но в душе холодно. Опа! А ты шо? Он же этот, короче, этот чел, который, бля, как же его? А, ваш папа, ёпта. Ха-ха-ха, попались? Мы поддержим. Уведу твоего парня, будто я военкомат. Он тебе больше не напишет, ведь теперь он мой солдат. То есть он от тебя бегал изначально, просто, ну, военкомат. Он отдаст мне свою честь. И все, что... Ну, просто такой панч странный, типа, заберу твоего парня, будто я военкомат. Ну, просто первое, что в голову приходит, что бегаешь от военкомата. И себя сравнивать в этом... Ну, ладно, я просто душню, извините. Сажусь ему на фейс, ведь я дочка прокурора. Здорово. Я никому не нужен, да пошли вы нахуй. Да, одиноко, приятно? Похуй, я переживу. Буду знать. Эй, идите пенал собери, иди кровать заправь, блядь, сначала. У тебя кровать, вот ты утром встала в школу, кровать, почему? Тебе что, сложно, блядь, взять одеяло, нахуй, просто сверху положить, нормально расселить, блядь. Вот сначала иди вот там вот одеяло положи нормально, блядь, постели кровать, и пенал потом немножечко так, ну, сообрази вообще с пеналом, как у тебя дела обстоят, блядь. Пиздец, нахуй. У тебя попа должна быть, знаешь, для того, чтобы, блядь, на стульчике, ёпта, за партой сидеть, блядь, и учиться хорошо. Коротко, о чем думал Бог, когда появилась я? Буду долбить, так чтобы у тебя дрожали ноги. Чем тебе голова, если в ней все равно нет мозгов? Дура. Люди сначала думают, потом делают, дура. Че ты орешь, иди убейся. Это хорошо, ты добрый. Опа, чья королечка, боже мой. Я собью твои настройки. Моя киска — это сладкое блюдо. Ну курить вообще вредно. Ты хочешь биф? Ты, наверное, не подумал. Я найду твою подругу. Вот это женщина. Я нагну твою подругу. Вот это женщина, бля, с большой буквы Ж. Не парься, это просто подруга. Я тоже была просто подругой. А, договорились. У тебя такая офигенная лучшая подруга. Да, бля, заебали своей подругой. Дай номерок. Иди нахуй, я и так делю ее с каким-то Пашей. Бля, какой... Вы должны делиться вдвоем, ну, с какой-то учебой. Нахуй. Пиздец, бля. Какой Паша, блядь? Да что все в подъездах сидят? Это сидит, блядь, смотрите. Танец живота исполняет, блядь. Вон он слева, смотри. Опа. Да ты шо, блядь. Здорово. А я думаю, парень, если честно.
Извините, я перепоняю. Я сначала думаю, это парень. Ну ладно, ладно. Не, главное, чтобы им интересно было, правильно? Лето. Бля, футболка крутая. Карета, на соседнем где-то. Девочка-соседка. Лето. Катится карета. Не пох. Мне тоже. Базарь. Конечно. В моем сердце дырка сквозь нее видна луну. Но я вот-вот ее заткну. Ебать! Ну, рандом закинул, но эффектно, согласитесь. Конечно. Не, согласен, рандом, рандом. Конечно. В моем сердце да ты шо, дырка сквозь нее видна луну. Но я вот-вот ее заткну. Не, рандом закинула, согласен, но красиво. Блять, как я примерно вообще, ну вот, хату на Новый год найду, блин. Если у меня Новый год такой не будет, я, наверное, вряд ли из дома выйду, реально. Бля, атмосфера потрясающая. Бля, прошу снять ТикТок, может так? Да не то, не то, так, короче, рублю, что хочешь. Опа, опа, шлеп, точка, не дякую. Так. Какая чушь, ну, подрочно. Что я смотрю, блядь? О, боже мой! Чьи, ребят, чья фэмили, ребят? Боже мой! Это же ваша мать. Группа Френдзона, первый альбом. Ребят, группа Френдзона восстановила свою концертную деятельность и выпустила первый клип. Да ты шо, блядь? Эффектно, эффектно. Вот этот ремешок, конечно, у тебя здорово. Кто там вышел? А кто там вышел? Бля, дверь просто открылась, закрылась, ебать. Кресты в чат. Это не моя вина. Прими эти красные розы, не убегай от меня. Красиво, красиво, душевно. На берегу, твое место здесь на первом ряду. Для нашей любви я дом берегу. И как цветок на белом снегу. Дома босиком. Ты шо руки с этой трогать? Чесотка, что ли? Вряд ли ты что, чесотка, солевой, блядь, чесотка, нахуй. Что-то сейчас тут с тобой. Задира класса подошел до новенького. Я так и так наверху. Я бы померился с тобой письками. Но извиняюсь, у меня хуй. Это хороший, диктатор крутой чел. Повернула голову, бедро в сторону. Вот это здорово. На косточку. Козочка, делай фоточку. Вот да ты шо, блядь. Скорчила мордочку. Целочка. Но я нашла того самого, который относится ко мне как принцесса. Здорово. Вы лапаете учебники, блять, когда вы уроки делаете, ёбаные, блять, не дети, а хуй знает что, это что вообще? Что это, блять? Не, это понятно, бля, а вот то, что это до этого было, это же просто пиздец, блять. Здорово. Вот это добрый ТикТок, ребят, это добрый. О, блядь, у него охуенный ТикТок, это же это, короче, ваша мать. Че, повелись опять, блядь? Вы реально повелись, блядь? Тест на актрису произнести пусто, радостно, сердито, виновато, заигрывая. Давай радостно. Бля, реально радостно. Сердито. Ебан, он че сердится? А, это актерская. Виноват, бля, реально виноват. Вот сейчас заигрывала, я прям почти заигрался. Кто-то ёбаный деревне, никто замуж не берет. Положу пизду на кочку, может кто и отъебет. Здорово, бля, как, бля. Ты сейчас держишь в руках телефон, а могла бы учебники, нахуй. Ты понимаешь, моя дорогая, блядь? Ты матери подойди вот это, покажи. Она тебя так за жопу поддержит, блядь. Когда тебе ремня будет всыпывать, нахуй, блядь. Мне сносит планку. Ты как дикая танго. Грязный танго. Дикая танго. Блядь, ты как дикая танго. Чё? Блядь, дикая, ты как дикая танго. Блядь, что нахуй? Гранда для танцу. Безмерная грация. Бля, ты как дикая танго, что за чувство, блядь? Танго в смысле из доты, который? Просто танец, ну танго, он же чувственный, типа, он не дикий. Пацан, подойди поближе, не надо стесняться. Милый, милый,
Это платье Дольче. Продолжай, продолжай, я... Бля, какой... Бля, меня они прям бесят, пиздец, эти дети ебаные, Прокон. Пиздец. Давайте создадим комиссию, которая будет их родителям отправлять вот эти гадости. Не, без оскорблений, конечно, каких-либо, вообще без буллинга, ни в коем случае нельзя детей буллить. Ребят, даже просто, даже... очень глупых. Но вот, мне кажется, надо им как-то вот, ну, немножко на правильный путь, блядь, ставить, нахуй. Бля, я не могу, я перемотаю, это просто кошмар, блядь, мне... Ты хочешь чупа-чупса, надержи, на-на-на-на-на, ты чупа-чупс хочешь, на-на-на-на, пиздец, песня. Блядь, то эти дети, которые бедрами трясут, да, сиськами, нахуй, то, блядь, песни «Хочешь чупа-чупс? На-на-на-на-на!» Блядь, пиздец, сука, я не могу. На-на-на-на-на, чупа-чупс, на-на-на-на, соси, соси, блядь, пиздец, да? Просто нахуй. Я говорю, скоро песни, вот раньше еще хоть как-то, да, заувалировано, типа, про секс, про минеты всякие, да, пели. Сейчас просто «Соси, соси!» Скоро песни реально будут выходить. «Соси, соси, 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 член, 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 соси, на-на-на, соси, блядь!» И все будут хуярить детям в ТикТоке под это, блядь. Я серьезно говорю, вот чуть-чуть подождите, скоро песню. «Ебаться, ебаться!» А, есть же такая, блядь, вот сейчас покажу, нахуй. Так, а где мне переключить-то, блядь? Во. Бля, пиздец, не постримил неделю, уже все забыл. Сейчас я покажу песни, которые будут выходить. Вот-вот уже, подождите. Так. Ебаться, ебаться! Бля, я в ВК не зашел. Нет, зашел, слава богу. Бля, я только забыл, как называется. Бля... У меня была эта... Короче, не найду, у меня была песня, где школьник пел «Ебаться, ебаться! Я хочу ебаться!» Вот, блядь. Может, так и называется «Ебаться»? Не-не-не. Бля, не найду, ребят. А, нет-нет, там... Сука, не найду, блядь. Забыл, как песня... У меня есть в аудиозаписях, но забыл. «Ебаться, ебаться! Я хочу ебаться!» Сейчас я, может, найду. Ебаться. Сейчас, сука, я не могу. «Что я хочу», точно. Прям так и называлось, «Что я хочу». Сейчас, сейчас, сейчас. Ребят, извините, задушнил сейчас. Не молодежь, а хуй знает что, блядь. Пиздец, нахуй. Так. Бля, как долго грузится. Ебаться, я хочу ебаться, 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 я хочу. Идите все в ТикТоке. Ебаться, ебаться, я хочу ебаться, 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 я хочу ебаться. Пиздец, да? Я говорю, скоро вот просто про это, просто вот такие песни будут. Вот я говорю, это вам кажется сейчас кринж, смешно вам, да? Но подождите, выпустит это LJ какой-нибудь, просто в обработке красивой с автотюном, и все, вы будете слушать, блядь, дай боже, нахуй. В школу будете ходить, ебать, свои капельки вот эти AirPods надеваете. Ебаться, ебать. И вот там, серьезно говорю, будьте хуярь. Вон как и вот эти, блядь, нахуй, пропащие, блядь. Сучка, я буду тебя тратить. Бля, сука, нахуй, блядь. Сука, сука, соси, соси. На-на-на, чупа-чупс, на-на-на, соси. Бля, я в ахуе, блядь, пиздец, нахуй, песни, конечно. Королеву, когда ты простой кобель. Вот это я поддерживаю, ребят, это уважение. А чё сцена? А, ТикТок сцена, точно, 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 точно. ЛП, который всех все время шлёт, да шлёт, ты чё такого, чё ты его замазываешь, шлёт. И спокойно выёбывается. Потому что знает, что друг прикроет ее задницу. Вот этот друг твой, но я бы на него не полагался. Не, понятно, я как бы ничего сказать не могу. Мужчина эффектный, ничего сказать не могу. Но в каких-то стрессовых ситуациях я бы на него не полагался на твоем месте. Поэтому осторожно, да. Вот на этого я бы полагался, ну его нахуй, блядь. Вот тогда да, вот тут можно выебываться. Вот тут можно выебываться, да. Когда мне было 15 лет, все мальчики от меня отворачиваются. И когда внутри тебя, то ты кричишь. Все мальчики, когда мне стукнуло 19. Мальчики какие? 30-летние, блядь?
Бля, вот эта песня, я понимаю. Мужчины, пожалуйста, не просите у меня выслать вам сиськи, письки, губки, глазки. Я да, а мы очень хотим, бля. Всем дать не смогу. А, просто мы очень хотели, бля, ну ты нас, конечно, сейчас... Ну это было грустно, да, что нам сейчас такая женщина отказала. Ну ладно, ладно, ребят. Терпим, терпим, чач, терпим.